Привет, друзья! Сегодня 20, и у нас сегодня посадка картошки. Я решила вам показать, потому что это давно уже забытый способ посадки, потому что уже столько людей не сажают картошки, да и уже тракторов с сажалками на полях попадается очень редко. Ну вот, у нас усадьба большая, и руками сажать уже не хочется, наверное, или не может, поэтому мы который год уже сажаем сажалкой. Загружаем картошку. Картошку берем крупную, потому что... А я думаю, наоборот. Что, все высыпать, Вовк? Не, пока не надо. Так, такая картошка нужна, чтобы она была без, без ростков. Поедешь. Нет. В смысле, покрутить, чтобы картошка. А не повалится? Одна упадет и все. Да. Ой. Ко мне приезжал это. Сидит там Володя, такой кружинки, Прохорова друг вместе кружили. Ага. Он купил ее, сажалку и все. О, все, да? У этого. У Васи Сорокина такой. Что, мало вы думаете? Что-то вопрос, Алиша, он говорит, крупнее у тебя был в этот раз. У тебя там еще есть. Отойди. Так сажается картошка, сразу зарывается. Борозды получаются ровные, без какого-то физического ручного труда. Потом по этим бороздам также будем обрабатывать картофель. И потом копалкой будем сажать, будем копать картошку, и потому что вся техника настроена на определенную величину борозды и расстояние между бороздами. Вот сейчас он разворачивается и берет следующие две борозды.
И так вот вся усадьба сажается картошкой. Раньше в колхозах это был основной способ посадки картошки, потому что руками уже столько картошки не посадишь. Вот нам прилетел аист, они часто очень прилетают, любят по навозной куче походить. Хочу вам снять, но боюсь, что испугаю. Раньше этих аистов у нас не было. Они не жили почему-то. А вот последние лет 5, наверное, много встречается аистов. Или те же самые прилетают к нам и селятся. Вот. Но во всяком случае, аисты все время здесь живут. Так что, если кому нужен ребенок, напишите, мы попросим аиста, вам принесут. Временами картошку подчищают, если вдруг видят, что она почему-то не вываливается. Ну, все время следят за посадкой. Что, не сыпется картошка? Так весь участок. У нас на улице холодно. 2 дня ночью морозы. У меня что... Была картошка посажена ранее. Замерзли верхушки. Вот. Смотрите. Вот. Это замерзло. Это, конечно, не очень хорошо. Но что делать? Мы и так вот уже покрываем тем, чем есть. В теплицах у нас тоже все покрыто. Вчера я посадила свеклу, она еще не прижилась, вот лежит, надо сегодня поливать. В теплицах все покрыто.
уже, наверное, 2 недели взад-назад эти покрывашки таскаем. Не дождаться нам, когда будет уже тепло. Пчелам не сунешься. Ну, там, в общем-то, нечего делать. Только смотрим, чтобы корм был. Больше никаких работ на таком холоду делать не приходится. Ну, вот такая у нас обстановка. Показала, как мы сажаем картошку. До свидания, всего вам доброго. С вами была Ольга и канал Домик у озера Молдино.